горящее масло. Забодай меня, комар, если это был не кнут. Снова ты! Ты убил кротокрысов? Кротокрысы мертвы, и твоим полям теперь ничего не угрожает. Хай. Я думал, ты хотя бы спасибо скажешь. Да-да, спасибо. Может быть, Громар и тебя к могиле Мелгана отправил? Чего это ты взял? Кто-то поджег кувшин гальвахского масла, чтобы выгнать оттуда кротокрысов. Разве ты не используешь это масло, чтобы прогонять диких животных со своих полей? А что, если и использую? Держись подальше от Айви или пожалеешь. Чего тебе, пастух?
Ну что, принес кинжал? Вот кинжал Мелгана. Ну ладно. Первое испытание все равно самое простое. А второе какое? Ты должен доказать, что сможешь защитить Айви. Ты собираешься со мной драться? Нет. Рядом с прудом в горах поселился какой-то контрабандист. Прогони его с нашего острова и принеси мне его оружие в качестве доказательства победы над ним. Ворота, ведущие к пруду, закрыты. Мне нужен ключ, раз уж я должен разобраться с контрабандистом. Само собой. Вот он. А теперь иди. Все в порядке? Ну и как, пастух? Ты принес кинжал? Да, Арук, я принес Громару кинжал Мелгана. Юная леди будет очень гордиться тобой. Очень гордиться. Скажи, ты не знаешь, Кнут случайно не просил, как и я, руки Айви? Понятия не имею. А с чего ты взял? Кто-то поджег в склепе кувшин с гальвахским маслом, чтобы выгнать наружу кротокрысов. Но тром чую, что это был Кнут. Как я уже говорил, понятия не имею. А ты не можешь тут у всех поспрашивать? Я очень хочу знать, верны ли мои подозрения. Конечно, что за вопрос? Подходи попозже. Вот раньше было лучше. Я так тобой горжусь. Как продвигаются твои планы женить бы, сынок? Ты уже получил от Громара благословение? Я прошел первое испытание и принес ему кинжал Мелгана из его склепа. Молодец. А что тебе нужно сделать теперь? Мне нужно прогнать с нашего острова контрабандиста. Что? Ну тогда... Тогда я буду за тебя ужасно волноваться. Не волнуйся, Альма, я справлюсь. Я пыталась вас подслушивать, но ничего не услышала. Чего мой отец теперь хочет? Он отдал мне ключ, который ты обычно крадешь для меня с его ночного столика. Зачем? Я должен прогнать Диего с нашего острова. Но это же будет очень непросто. Я поговорю с Диего, может быть, он что-нибудь придумает. Позже, дорогой, позже. Thank you.
А, вот и снова ты, мой друг. Как твои синяки? Ничего, жить буду. А, ну в таком случае, хочешь еще немного потренироваться? Я бы с радостью, но... Что «но»? Громар приказал мне прогнать тебя с острова и принести твою саблю в качестве доказательства моей победы. В самом деле? А зачем ему это? Ну, это типа испытание. Я должен его пройти, чтобы жениться на Айве. Что ж, тогда у тебя проблема. Похоже на то. И что же мы будем теперь делать? Мне скоро нужно возвращаться в Арган. Докажи мне, что ты хоть чему-то у меня научился, и тогда я дам тебе для Громара свой старый выщербленный мачете. А Громар не догадается про это надувательство с мачете? Не, он сам здесь никогда не был. Он присылает сюда для покупки товаров своего слугу, Арука. Ты знаешь, почему Громар хочет от тебя избавиться? Я, мой друг, думаю, это все из-за того, что он должен мне денег. Или потому, что он хотел поставить перед тобой испытание, через которое тебе никогда не пройти. Давай сразимся. Неплохо. Сдаюсь. Ты стареешь. Отдашь мне теперь свой мачете? Погоди, погоди, дружок. Сначала докажи мне, что можешь сражаться и против тех, кто не желает тебе добра. И с кем же мне тогда сражаться? В конце тропинки, выходящей на берег, находится моя лодка. Там постоянно шляются гоблины. Они все время удирают от меня, как только я приближаюсь. А мне лень за ними бегать. Разберись с ними вместо меня, и я отдам тебе мачете.
Я разобрался с гоблинами, они все мертвы. Вот теперь, мой друг, ты в самом деле доказал, что знаешь свое дело. Хальвин говорил, что заметил на горизонте какой-то корабль. Как думаешь, он может быть мертонийским? Возможно. Как думаешь, они собираются на нас напасть? Вряд ли. Ваш островок слишком невелик и малозначим. Скорее всего, они направляются куда-нибудь в Арган. Сейчас же там, как-никак, идет война. Что ты мне можешь рассказать о войне в Аргане? Ну, что тут рассказать, дружок? Когда я в последний раз покидал остров, Сетариф все еще осаждали войска Робора. Эторн VI все еще удерживает город, но никто не знает, сколько он еще сможет продержаться против миртонийцев. А бои идут только в Сетарифе? Нет. Миртонийцы отправили вторую армию в Торниарское ущелье. Ущелье защищает лорд Гаваан, брат Эторна VI. Так что там тоже дерутся. А что за человек Роберт III? Он был великим героем, который сражался на стороне Инноса против аватаров Белиара. Но сейчас он стал всего лишь тенью себя прежнего. Странная болезнь поразила его и повергла его душу во мрак. А ты знаешь, что это за болезнь? Нет. Мне пришлось покинуть короля вскоре после того, как он заболел. Покинуть короля? Ты что, был одним из его воинов? Я был его советником. Что? Ты был советником Робора III? Как же ты? Почему ты ушел от него? Это долгая история, друг мой. Возможно, когда-нибудь я тебе ее расскажу. Но не сейчас. Так теперь ты отдашь мне мачете? Да, держи. Передай наилучшие пожелания старине Громару. Хотя нет, лучше не надо. Ты же как-никак прогнал меня с острова. Ha 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 ha.